Нет, пока нет. А можно я шкалу тебе, кстати? Как хорошо, а как по субботам? Да, хорошо кушать. С утра пораньше встал, сел, ну, поехал. Ну, вышли без 20, ровно. Ушел хаш. Еще он заправился. Гранат высок тоже с ним. Гранат, я ехал на чекпинат, а я чат пробую. Гранат высок. Это что у нас? Это кислячно. Гранат высочок. А, не десять. Ты, Русик, на такси приехал? Да, идти-то далеко. Два шага. У нас сегодня хашевая процедура. Хашовая. Это язычок. Это зайтун. Лечить пробовали? Да. Сейчас будем лечить. Это не лечится. Мою повышенную кислотность. Это тоже болезнь. Я не люблю. Язык это у немца был военнопленный. Твой язык я съем. Фу. Зачем язык хороший полезный? Это да. Тамис без костей, это да. Да, да. Хотя я ничего бы больше еды. Потому что я хотела бы... Нет, это твоя идея. Красота какая. А, не, башка вряд ли. Дай-ка подвиньте, пожалуйста. Чего? Он все голодный пришли. Где эти хаши мне были? Дикари. Хаш-то на. Вот так сказали, да? Мало мяса. Спасибо большое. Все. Мы же с мукой второго клуба. Забыли водочку. Это что? Самое красивое в Анфае. Красиво. Смотри, почти прозрачно. Да. Хорошо сделали. Надо сухарики добавить побольше. Коллаген. Коллаген, экологен. Ну, как бы вот так полопают. По кишочкам? Так, дорогие друзья, мы трапезничаем. Хаш. Да, да, я буду так. Вот это сираб, он под видом сираба что-то другое внутри. Ты нас не фоткаешь, да? Не-не-не-не. Мы все сонные. Как сонные лощины пришли сюда.